Привет всем, с вами ветеран ДКД, и мы продолжаем играть в Инквизитор 2. Так, нам мы остановились на том, что наконец мы выполнили все задания. И взяли новое по очистку колодца от кала. То есть у нас загрязнили, получается, колодец монстрики. Ну и надо с этим как-то разобраться. Так, что у нас кузнец? А, не удалось найти. А, селитру еще надо найти. Во, вспомнил. Нам, получается, монах дал очистить колодец. А это, конечно, селитру. Ну, это, так понял, нам другие ворота просто надо будет идти. Так, и я вспомнил про то, что нужно купить стрел. Так, 5 стрел, да? А почем? 5 монет. Одна монета, 5 стрел. Так, я могу купить. Да, довольно нормально. А, подожди, почему я... Это я тоже еще не покупал. Вот. Проржались. Да, мне тоже это поднимает настроение. Так, ну и что, давай. Ну вот так вот, если... Так, где у нас там стрелы пишутся? 25, 40. Отлично. Еще двадцатник. Да, я думаю, на сотню. Все, уже денег нету, понятно. 50. А, фух, еще осталось. Ну, хорошо, так уж и быть. Вот почему я стрел так закупаюсь, потому что я привык все-таки с огнестрелом, а не с мечом. Все-таки это правильно. Наш-то герой с мечом тоже особо не должен уметь владеть. Ну, в принципе, почему я разобрался нормально. Так, ну и нам, наверное, сюда. Так, нет, не сюда. Провали, вообще-то у меня уже статус есть. Так, тебе сопутствует удача, храбрец. Удивительно, как монстры еще не сожрали тебя. Ничего здесь удивительного нету. Профессионализм. Вот сюда, да, я помню. Здесь были ворота. Так, это что еще за угольки? Ну, нет, так, это что? Фрески повсюду встречаются, это довольно тоже интересно. О, так. Глейчик разбил. Так, а это уже... Это не надо настораживать, но... Так, это чё? Гравировка. Хорошо. Ну, сейчас, наверное, будет магач. За это несчастные стрелы. Отлично. Как вы думаете, что будет? Я думаю, отсюда и оттуда вылезет кто-то, что-то. Действительно. Ух, я понял. Ух. Сволочь такая. Пару раз попала все-таки. Ладно. И что это нам дало? А, ну, деньги взяли. Деньги на здоровье. Ну ладно. Так. 5 стрел. Ну еще деньжат немного. 40. Ну. Ладно. В принципе, тоже неплохо. Потолочек, кстати, тоже прикольно сделан. Особенно мне нравится, как потолок сделан. Вот здесь. Еще с вот этой ряской прикольно. Ряска, я бы сказал, даже очень в тему. Мне вообще такие вещи прикалывают. Оба-на. Проснулся. Интересно, после чего?
Ну, слава богу, не такие вроде бы живучие. Ладно. Какой-то ангел смерти, что ли? Как-то не очень хорошо выглядит. Кстати, значок, обратите внимание. Похож на тот, который на флаге висит. Да. Так, ладно, потрачу еще один. Зря. В общем, ладно, не буду такие вещи тратить. Ага, это лучники. Твою мать. Угу. Нормально. Так, кстати, заметьте, здесь уже на нормальной лошади скелет с луком. Предыдущий раз, помню, свисаем был. Так. Хорошо, открыли, похоже, дверь. Забавно, понемногу узнаются другие уже монстры. Ух ты, блин. Тихо. Ох. А, вот еще один. Ай. У вас 3 хп осталось. Ну, в принципе, я считаю, нормально еще. Фу, хотя... Так, я помню про кольцо что-то говорили. Что оно дает какое-то то ли здоровье. Не знаю, попробовать. А, ну да. Здоровье восстанавливает. Я уже испугался. А, ну до конца вас там. Блин, я понял, его надо было. Тихо. Твою мать. Блин, я переиграю, я что-то такое намешал. Ой, это печально. Хотя вроде бы исход был нормальный. Короче, понятно. Ай-яй. Вообще арбалетчиков надо было сразу, это как зомбари, шотганщики в этом, в Думе. Попадают сразу. Ну ладно, второй раз вроде бы тоже неплохо. Все, не буду использовать. Ух ты. А это, наверное, секрет, нет? Я все-таки надеюсь, что это секрет. Да. Отлично. Так, сундук с деньгами. Хорошо. Деньги это такое. Так, тура. Твою мать. Интересно, это что еще дает? Ну, я думаю, может жителей как-то спросить. Если бы можно было проспросить как-то за конкретную вещь. Это было бы прикольно. Ну хорошо. Один секрет есть. Так, это у нас. Понятно. Вот, вот такая вот подвеска была. У монаха. Здесь ничего. Тоже ничего. Но здоровье, в принципе, как-то даже восстановилось. Так, отсюда я пришел.
Свежее мясо я тебе дам. Блин. Попался. Так, все, на этот раз я думаю. Блин. Сражаться придется мечом. Так как стрел тоже не бесконечно. Ух-ух-ух-ух-ух. Так. Блин, я все фляги использовал. Хорошо. Ну, в принципе. Вот это сейчас используем. Так, а что ж тура обозначает? Полно загадочных предметов. Если честно, я такое люблю. То, когда не ожидаешь эффекта. Все, здесь просто родница. Хм, куда-то пробираемся. Где же можно найти селитру? Угу. Так, я не понял. Можно туда и туда. Знакомое место. Ладно, давайте сходим, пока еще купим немного стрел, так как у нас денег, в принципе, немного есть. А, ну еще старты. Раз, два, три, четыре. Нормально. Броню почти всю сховали, кстати. Я же думаю, что я так держу? У меня же броня. Да, я думаю, без брони, да? Но быстрее убили бы. Так, я дошел до отсюда. Ну и давайте. На обратный путь. Придется нам искать. О, сразу вспоминается Hellfire 2, кстати. Так, вы спустились в старые шахты. Старые шахты. Это то, куда мне нужно. Дрыхнет. Блин. Отлично. Какие-то там разборки произошли. Прикольно, что вещи вываливаются так. Так, что ты в него подобрал? Наверное, кошелек, скорее всего. Так, вижу. Там факел. Блин, здесь их двое. Блин, ну кто ж знал? Наверное, довольно неожиданно стреляет. Надо как-то за стеночку. Блин. Да твою ж дивизию. А давай, давай, давай. Блин, ну... Может и хорошо, что убили.
потому что жизни совсем немного осталось. Не, с ними надо как-то подбегать и убегать. Да блин! Вот это если начинает закрываться, это капец, начинает стрелять. Щит у них, конечно, хороший, если б нет такой. Блин. Я бы все время ним закрывался. Тихо, тихо, тихо. Вот это хорошее место, по сути. Угу. Нормально. Ох. Один готов. Блин. Вообще как-то резко. Второй готов. Так, это чё? Щит. Еще двое. Ну, что ж ты будешь делать? Не знаю, может их тоже стрелковым оружием. Я вообще не против всегда использовать стрелковое оружие. Так как это проще солидумера. Ну, да вроде убивается так легче. Уже совсем не тот напряг. Можно его трафануть. Я там яд кинул. Одну склянку. Да что ж ты? Ладно, как-то так. Фух. Так, ну что. Пещерка такая. Очень похожа, напоминает Hellfire 2. Чертовски. Именно там, где вот этот побег был. Блин. Что-то этих монстров довольно чаще начали попадаться. Все, ладно, наверное, буду. Блин, ну, да немного стрел, но совсем немного. Надо как-то вот так осторожно. Там, допустим, попал. Видишь, как только он щит ставит, сразу уже отбегать и готовиться к атаке. Фух, и вот так вот можно уже забить более-менее. А, здесь круг. Заметьте, да, уже реверсы пошли. Не хватает только вагонетки. Оба-на, там проход есть. Угу, такой же паразит. Ну тут он. Тут ему не повезло. Вот так вот. Интересно, что это за проход такой. Не секрет часа.
А секретов 5, я так понял, это на весь уровень вообще в общей массе. Да что ж ты. Блин. Где-то второй лазит. А, вот он. Отлично. Ушел. Да, блин. Отлично. Так, проложили, я вижу, тут рельсы. Ну, здесь, правда, я не знаю, как они заезжали, но... С другой стороны, понятно. Почему бы это? Так, сзади никого нету. Это я уже начинаю привыкать. Потому что если спереди нашел какие-то этих... козлов, то так что-то открыл, ящики не ломаются, блин. Тихо. Да что, блин, тормоза пролагало. Блин, я не помню, кого я рубал, тебя или второго. В принципе, уже начинаю немного приловчаться к мечу и к особенности вот этих тварей. Уже вот, даже без жертв. Вот целый колчан. Так, в сундуке нашел деньги. Отлично, я думаю, может, на новую броню скоро насоберу. Так, а сколько у меня? 30. Отлично. Ну это такое, я так понял, кнопка не обязательная. Но тем не менее. Плюшки есть свои. А с этой я люблю. Так. Это было вполне оправданно, потому что я смотрю, стеночка довольно выделялась. Вот нашел второй секрет, сумку. Это хорошо, потому что мне нужно будет... куда-то нагребать стрелы. Да ты смотри, какой попался. На всякий случай. Твою мать. Но я думаю, это вполне честно то, что я загрузился, потому что я... так, ну да. Секундочку. Убрал с Enter клавиши. Использовать. Кстати, не заметил. Это, между прочим, 10 жизней. Так, это интересно, что такое. На руины не похоже. И на коло... А, это просто такая вот остановка. Ну, наверное, отсюда селитру добывали, да? Где-то там. Так, теперь надо найти... Вот, кстати, рязка прикольно тоже получилась. Ну, рязка вообще подходит именно в таких местах. Особенно для древнего времени. Ага, он стоит.
Один гад. Мы же поджидали. Блин. Да что ж ты будешь делать? Повезло. На этот раз. Ой, еще одна. В прошлый раз не заметил. Так. Забираем барахло. Ладно, тебя будет, наверное, проще пристрелить. А что ж ты? Да нет, нифига не проще. Проще как раз зарезу. Так, и сначала я посмотрю, что здесь. Угу. Окей. Знаете, чего не хватает в этой игре? В смысле, в этом уровне? Так, стоп. Установили преграду для воды. Блин, не успел там дочитать. То буквы мешают, то еще что-то. Так, и что это за течение такое? Какие-то подводные реки. А, по сути, я убрал преграду для воды, а значит, это... Вот она вытекает. Бежит, бежит, бежит. Забегает сюда. Угу. Ну, вполне-таки логично. Хороший подход, интересный. Люблю такие. Твою. Че-че-че? Мы убили все козлов в шахтах. Где-то открылась дверь. Ага. Я понял. Так. Надеюсь, я никуда... Блин. А-а-а. Блин, ненавижу этого мага. Куда-то телепортировался. Явно недалеко. Так, вы победили козлиного мага. Обыскивая труп, вы нашли странный пергамент. Так, пергамент это интересно. Твою дивизию. А, вот иди. Блин, на этот раз, наверное, будет сложнее, я не знаю. Хотя... Секундочку. Я нашел какой-то пергамент, но... Ага, мне его сразу дали. И он плодит вот таких вот тарантулов. Ну, я уже
победили пауков, потому я думаю, бояться нечего. Маска. Тоже интересно. Вообще-то вроде бы где-то описание было для каждого предмета. Вот было бы неплохо, если бы можно было где-то это узнать в процессе игры. Может, при подборе там. Или... Так, это что еще за мешок? Или, может, там кого-то спросить можно было. На мой взгляд, это было бы гораздо интереснее. Хорошо. Все обнюхаю здесь. Ладно, вроде бы ничего больше. Ну что ж, нашли какой-то пергамент. Осталось найти, я думаю, селитру. Но, похоже, селитру я ни хрена не нашел. А, стол. Мешочек и был. Это и было селитра. Ну все, по сути. Наш поход на этом пока заканчивается. Что же, давай отнесем. Посмотрим, что же скажет наш чародей. Еще один маг на этот раз в шахтах. Ну-ка посмотрим, что за письмецо он оставил. Ух, нифига себе. Так. Разошли лазунчиков на поиски гробницы Зардука. Мы должны раздобыть посох Зардука любой ценой. Недосила соединиться с нашей. И тогда Кондор падет. Господин. Час от часу не легче. Значит, они нацелились на посох Зардука. Зардук был великим магом и сделал много добра Крондору. Он был похоронен в гробнице глубоко под замком, и его магический посох был помещен вместе с ним. Известно, что в этом посохе скрыта великая сила, которая может быть использована как во благо, так и во зло. Посох Зардука мощное оружие против призраков, а альтернативная атака способна уничтожить даже князей ада. Ага, ну это намек на то, что я буду пользоваться этим посохом. Мы не должны допустить, чтобы враг завладел посохом Зардука. Тебе придется вступить в самые мрачные подземелья и отыскать гробницу Зардука и принести посох, пока враг не добыл ее раньше. Тебе требуется хорошее снаряжение. Вот немного монет, увы, храм Крондора не так богат нынче. Теперь твой путь лежит в склепы, вход в который через северные ворота. Я повелю страже пропустить тебя. Так, ну, в принципе, я предполагал, что следующий мой поход будет именно туда. Фух, так, ну что, давайте отнесем еще селитру. Кстати, что за двери? Понятно. Блин, прикольно. Такие балки сделаны. О, водичка чистилась. А, ну да. То есть мы освободили там преграду воды. И таким способом вода стала. То есть родник пустили. Вполне таки интересно. Ты принес селитру? Наконец-то. Теперь мы покажем этим тварям Кузькину мать. Ну да,
ты заслужил награду героя. Какой прок в селитре, если нет соответствующей пушки? Возьми это старое ружье, оно послужит тебе верой и правдой. О, это да. Сила. Сила в ружье. Я буду снабжать тебя патронами к нему по мере возможности. Блин. Офигеть. Ой, это уже напоминает какой-то фильм старый, но я не помню, как он называется. Так, ну что, нафиг мне туда. Цена 10 монет. Да ради бога. За такое можно и 10 отдать. По 4 патрона. Так, секундочку. У меня 200. Давайте купим броню. И на все остальное. Да, хелки у нас есть. Так что еще немного патрончиков. Все, зашибись. Офигеть. Ну и что? Давайте будем на этом заканчивать. Закончим именно здесь. Я здесь уже как свой. Так, ну было довольно интересно. Такие квесты. Единственное, что здесь не хватает, я так и не договорил, вспомнил. Не хватает более открытого мира. То есть выйти там куда-то, поиск пещер, там по лесам полазить. Вот такого немного не хватает. Но, в принципе, возможно, в этом суть и состоится, потому что чтобы выпустить из замка всех жителей, так как это единственная оборона. Ну что ж, было довольно интересно, надеюсь, вам тоже. До скорых встреч. Пока-пока.